Так, ну вот я теперь сделал еще тут такую форму ее немножечко. Так, и вот это я еще хочу побрать объект. Вот этот объект. Ну, пока так пускай будет. Все. Теперь мы этот убираем. Нам уже не нужен вообще. То, да? Интересно, что я вот тут нарушил. Нарушил я только из-за того, что делал это неряшливо. G. Так, я думал, будет лучше. Ну да. Может быть, чуть-чуть еще вниз. Ну а теперь самый интересный объект. Мы их все выделяем. Берем B. Так вот, выделили все. Кроме вот этой стенки, нам не нужен. Так, и говорим, что мы их соединяем. Объект join. И здесь напишем nimfert. Чтобы разбираться. Казалось бы, все отлично, он тут все собрал, да? А фига там сдрыга. Пойдем теперь скульптинг. Это странно. Раньше он разбирался в этом, что это не соединено ничего еще. Почему-то он перестал это делать. Странно, странно. А, ну там, скорее всего, что я не включил определенную галочку. Ну и страшно. Теперь главное выбрать правильный момент для соединения этого всего. То есть тот самый ремеш. Мы возьмем Ctrl-R, Shift-R. 1000 это будет сильно много. Давайте поэкспериментируем. Скажем так, ну вот 375, судя по сетке. И мы скажем, что это ремеш. Вот. Теперь он заремешился. Нам надо сказать вот эту гладилку взять, потом сказать X, потом нажать F у этой гладилки уменьшить, как, вот так пока что, и начать заглаживать вот эти все соединения. Как есть вот так. Ох, а что же мы так поступили-то некрасиво? А я вам скажу почему. Я вам скажу, почему мы так поступили. Потому что mirror, надо, друзья мои, говорить, что mirror, он и есть mirror. Кое-что мы тут пропустили. Вот этот нам надо было тоже сказать mirror. То одно ухо есть, другого нет. И тоже согласиться с этим apply. Теперь смотрим, у нас не осталось ни одной такой
ненужной штуки. Еще раз выбираем все. Говорим Ctrl-Z. Так. И дальше, что мы еще делаем? Мы переходим теперь в скульптинг. Скульптинг перешли и сказали, что нам надо сейчас сделать ремеш. Ремеш у нас, сколько я сказал? Ну, скажем, давайте нынче поменьше сделаем, нынче 220, допустим, да? И скажем, обязательно ремеш. Все. Теперь нам надо эти поверхности все сгладить. Но хорошо сказано сгладить. Теперь нам надо X включать. Чтобы у нас уж если сглаживалось, то все. Смотрим. Сравниваем немножко. Вот это сравниваем. Получается такая большая порося. Тянем. Секундочку, неправильно мы поступили. Нет, тут все правильно, вот до этой поры все было верно. А вот здесь и вот здесь. Ну, давайте начнем с ушей, да? То есть я такой, чтобы взял Ctrl-M. Нет, или просто M. И закрасил эти ухи. Потом сказал, что нам надо Ctrl-I сделать, инвертировать. Вот. После этого мы можем спокойно с вами заниматься ушами, не боясь, что что-то еще потянет за собой. То есть давайте уменьшим F. Потянем вот так немножко ушки. Они, наверное, небольшие. Если кто и лопоухий, то это только малыш может быть. Так, зажимаем здесь минус, вернее, Alt. Так делаем. Так, теперь выбираем. Еще хвостом надо. Слишком тонкий получился хвост. А вот тут надо еще раз сгладить. Ух ты, елки-палки. Так, давайте мы его увеличивать. Так, и вытягивать чуть-чуть. Видите, так это будет по-другому выглядеть. Есть. Осталось вот это место еще. Ну, Alt-M, удаляем все. Так, берем гладилку нашу. Тут заглаживаем. Тут тоже немножко делаем. Все, теперь все верно у нас. Ну,
Я вам скажу так, мы до полного реализма-то не будем доводить, я думаю. Единственное, что лапы надо еще немножко подровнять. Для этого существует тут где-то у нас шкрябалка есть такая интересная. Вот это, по-моему, скрэп. Может так вот шкрябать. Только побольше его надо сделать. И вот так пошкрябать. Здесь то же самое. Шкрябать будут нормальные лапки. Которые единственное, что надо поправить. Сказать, вот это сюда, это сюда. Так вот, то же самое с этой. Готово. Последнее, что нам осталось, ребята, это вот отсюда вытянуть необходимую нам челюсть. Так. Теперь рисовать. Делаем на 1000, делаем радиус поменьше, начинаем рисовать эту самую челюсть. Так оно должно быть. Здесь, правда, здесь тоже. Здесь добавить. Я думаю, так будет хорошо. Так, может быть, даже побольше, хотя. Тут побольше. Так вот. Хорошо. Следующее. Это мы Ctrl-I делаем. Ну. Покрасили, все отлично. Ctrl-I. Вот. И вот эту часть, наверное, нам надо закрасить вот так. Дальше идти. Вот сюда. Inflate. И попросить его сделать inflate. Зря я отказался там от определенного раскраски вот тут. Нет. Секундочку, секундочку. Я думаю, что надо было вот так сделать. Тогда инфлейт получился бы лучше. Так, давайте смотреть сбоку и тянуть инфлейт. Это то, что нужно. Теперь берем гладилку. Мне единственное не нравится, что она очень сильно работает. Даже если я сейчас уберу ее стрендж и уберу все Alt-M, вот так, все равно она будет очень сильно работать.
Хотя сейчас нет. Странно. Так, все вроде бы верно, но не совсем нравится мне это. Если мы сделаем вот так, а здесь положим немножко глины, вот так, и ее разровняем. Что это будет? Будет нормально. Единственное, что может быть придется тут поработать в том плане, что минус нажать. Так, я имею в виду. Так. А далее. Чуть больше. И вот так вот сюда натянуть ее вот так. Тогда она выглядит будет по-бегемотски. Да? Но ей надо и тут так сделать. Хотя, конечно, тут будут зубы, но черт не шутит. Вот так. И чуть загладил. Так вот больше на бегемотскую морду похоже, да? Так, уже и подходим к концу. И теперь нам надо сделать следующее, последнее. Тут вот просверлить кое-чего. Дырточки. Уменьшим. Нет. Нам надо минус нажать. И где-то вот тут наделать таких дырточков. Да елки. Что такое простое? Не получается. Так. Сделаем стринч побольше. Ну, тогда у нас получится получше. Что ж такое сегодня? И теперь сделать выпуклые глаза нам надо. Немножко выпученные. Потому что туда мы ставим потом шарики. Так, где? Вот тут где-то глазки будут.
Я так понимаю. Тут вот, да. Давайте чуть побольше сделаем. Вот так, в смысле. Да. Даже побольше надо было. F. Так вот, побольше сделаем. И тут же их сгладить. Еще, мне кажется, сгладим. Тут сейчас постараемся вот так. Вот туда поставим. Так, ну что, сделайте еще ногти-когти. Не знаю, нужно ли нам это. Так, еще раз F уменьшим. Ну, мы можем сделать и так, M нарисовать. Вот эти вот закрасить, как вы понимаете, да. Теперь Ctrl-I, Flat, Inflate. Нажимаем Ctrl. Так, или не Ctrl, подождите, что надо нажать? Вот так вот надо нажать. Хорошо. Вот. И теперь уже можно сделать. Загладочку. Так вот. Все. Готово. Еще раз смотрим сбоку. Я думаю, что надо вот эту часть еще с ней поработать. Секундочку. Вот это вот. То есть взять этот, чуть увеличить его. Вот сюда. Вот так задвинуть. Вот так будет по-бегемотски. Да. Ну-ка. Да. Единственное, что еще вот сюда их подвину. Опля. Вот. Так, теперь подвинуть надо. Значит, F побольше и вот. Ну что ж такое-то? Немножко испортил, мне кажется. Поменьше. И вот эти вот не хочет он. Так, зато похоже на бегемота. Мама бегемотша. Все. Сколько время? 24 минуты точно успели.